Я в ужасе от того, что мы можем выиграть право на проведение зимних Олимпийских игр в 2022 году. Краков и Львов явно не соперники. В Осло провели референдум и решили отказаться. Пекин проводил летнюю 2008 года, ему могут не дать. Так что остается Алматы. Нет, нет, ущипните меня, это страшный сон. Я, может, не догоняю, но зачем эти экспо-олимпиады, когда родной народ бедствует? От этих мероприятий им ни холодно, ни жарко, и не замечают, что за их счет все это организовывается. Простому народу дай работу, нормальные условия жизни, и потом, если останутся деньги, пожалуйста, проводите эти мероприятия, а то имидж страны, бла-бла-бла. Зимняя Олимпиада нужна, а еще нужен чемпионат мира по футболу, хоккею, по боксу и борьбе и так далее. Нужны различные кинофестивали, симпозиумы, семинары, съезды мировых религий. Очень мало песенных конкурсов проводим. Все это очень нужно. Вопрос – кому? Не нужны нам пока такие мероприятия. После Азиады еще не оправились, так уже и Экспо. Олимпиады только не хватало. Все проводится за наш с вами счет, налогоплательщиков. Нужен референдум, где народ решит, нужно ему это или нет. Thank you.